Только через 8 лет в Омске отремонтируют все дороги. Об этом мэр Вячеслав Двораковский рассказал в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. За 2016-2017 годы будет отремонтировано 2 миллиона 250 тысяч квадратных метров дорог. Это четверть всех магистралей Омска. При этом Вячеслав Двораковский уверен, что темпы не снизятся и в дальнейшем. А потом нужно нам очень серьезно думать о строительстве дорог, да? Надо сеть дорожную развивать. Надо, она у нас намного меньше, чем требуется для миллионников с такой протяженностью. Нам нужно очень серьезно думать о ливневой канализации, дабы эти сделанные дороги сделать более долговечными. Кроме того, глава города не исключил возможности, что вновь займет кресло мэра. 11 июля 2017-го истекает срок его полномочий. Как оценит Вячеслав Двораковский свои успехи на этом посту и что считает главной ошибкой? Подробности смотрите в программе «Омск здесь» в субботу в 20:00 и в 23:30, а также в понедельник в 7 утра и в 12:30.